брат пропустил. Воспользовались моментом, что тут, короче, меня не было рядом. Тут, короче, супергерой ходит. Назвали его, мы его Суперкокс. Типа под этим делом. Залез на стенд бороться. Попросил отдать ему руку, ну, так как он супергерой. Я отдаю ему руку. Но ему не понравилось, говорит, давай все-таки по-честному поборемся, попробуем. Может, я действительно победил тебя. Ну давай, ну поборолись, я поборол. Тут он меня хватает за талию, поднимает, что-то пытается бросить. Я такой, мне не понравилось. Я его толкнул. Он меня, ну, понеслось, вроде бы так чуть-чуть размяли. Но не буду. То есть, держал себя в руках, потому что там стоял и ведущий Андреас, наш человек, который показывает, не трогай, не надо ничего здесь. Ну что там, потом выйдем на ступеньках. Ну, короче, лето 15 остался в Германии. Короче, был шанс одолеть супергероя. Это было очень неожиданно, да, невозможно. Это сняли на видео, это будет, я не знаю, очень интересное видео, да. То есть это только, не знаю, в мультиках бывает такое, реально.